большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега, еще потеплеет, днем -1, +1, ночью 0, -1 градус. Ветер юго-западный, усилится, скорость 7-9 метров в секунду. В Сызрани тучи, возможны осадки в виде снега, днем +1, ночью 0 градусов, ветер юго-западный 9 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днем 0 градусов и ночью нулевая температура. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем -1, ночью также 1 ниже 0. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.